Приветствую вас на канале Профи. Давно у нас не было самоделок. Так вот, держите. Наверняка, как и у меня, в машинах стоит обычная магнитола с ауксом. И каждый раз приходится подключать свой смартфон к магнитоле при помощи кабеля, чтобы послушать музыку. А если кто-то позвонит, нужно говорить либо по громкой связи, либо отключать кабель от смартфона. В любом случае, это неудобно, а еще и небезопасно за рулем. Покупать магнитолу с Bluetooth не хочется, тем более хорошие по качеству звука стоят немало. Можно, конечно, купить Bluetooth адаптер, к примеру, такого типа, либо такие, но все они торчат, что лично мне не нравится, а качество микрофона при разговоре очень посредственное. Сегодня я покажу, как такой адаптер подключить внутри магнитолы и подключим внешний микрофон, который улучшит качество разговора. А также видео объявлю о начале розыгрыша. Начинаем! Вытаскиваем магнитолу из машины у меня от производителя Alpine со съемной панелью. А также нам понадобится Bluetooth адаптер с ауксом и микрофоном. И отдельно внешний микрофон с длинным проводом. На панели нас интересуют USB и AUX разъемы. Нам нужно будет вызвонить контакты этих разъемов с обратной стороны панели, чтобы установить Bluetooth адаптер внутри магнитолы. Для начала разберем магнитолу и посмотрим, куда можно разместить наш адаптер. К счастью, внутри места предостаточно для установки нашего адаптера. Теперь нужно добраться до места пайки контактов разъема подключения панели. Они находятся с обратной стороны платы. Отгибаем фиксаторы и достаем плату. Теперь снимаем корпус адаптера. Итак, аккумулятор нам не понадобится, его можно отпаять. Нас интересует разъем питания, разъем под наушники и вот этот микрофон. С обратной стороны у нас кнопки управления, больше нас интересует кнопка включения, но об этом позже. Теперь разберем панель, чтобы вызвонить контакты USB и AUX. Вот наши разъемы. Нас интересует обратная сторона, где они припаяны. Эти три контакта AUX, левый, правый канал и общий. И USB плюсовой и минусовой контакты. И найти эти контакты на этой площадке. Для этого нам понадобится мультиметр. Ставим его в режим прозвонки. Найдем сначала AUX. Устанавливаем один щуп на один из трех контактов, а другим ищем на площадке. В нижней части нет. А вот в верхней части есть. Это у нас третий с правой стороны. Значит, остальные два где-то рядом. Вызваниваем все нужные нам контакты. Вот нашел эти контакты. Минус, плюс, питание от USB. И левый, общий и правый каналы AUX. Есть еще такая особенность, когда штекер не вставлен в разъем AUX, левый и правый каналы перемыкаются между собой. Тем самым магнитола понимает, когда штекер подключен, а когда нет. Поэтому придется вставлять какой-нибудь штекер в разъем, чтобы левый и правый каналы не перемыкались и это не влияло на звук. Далее находим эти контакты на обратной стороне основной платы и можно собирать панель обратно. Теперь займемся нашим адаптером. Демонтируем аккумулятор и разъем наушников. Далее проверяем, включается ли адаптер самостоятельно, без нажатия кнопки включения и без аккумулятора. Для этого нам понадобится кабель зарядки и смартфон. Подключаем. Индикатор загорелся. Ищем наш адаптер. Отлично! Собрекаемся. Отключаем. Далее демонтируем микрофон. Я это делаю при помощи фена. Итак, у нас имеются нужные нам контакты. Это питание от микро-USB разъема, правый, левый, общие контакты наушников и контакты микрофона, центральный сигнал моно и внешний общий.
Припаиваем проводки нужной длины. Для этого я использую провода от старых наушников. Они гибкие и тонкие. Для начала их нужно залудить. Так как на таких проводах имеется изоляция, нужно дольше держать паяльник и слегка его подергивать, чтобы залудить, в отличие от обычных проводков. Также нам понадобится разъем для наушников. К нему будем подключать внешний микрофон. Припаиваем к нему проводки. Это у нас общий, а это сигнал моно. Теперь припаиваем общий, это черный и левый и правый каналы. Также мы припаиваем и провода от разъема теперь уже микрофона, соблюдая распиновку. Далее берем кабель, который шел в комплекте, отрезаем USB разъем. Снимаем изоляцию. Розовый плюс, белый минус. Вот так вот выглядит наш адаптер перед пайкой. Теперь все эти провода припаиваем к основной плате магнитолы. Лично для себя решил демонтировать разъем microUSB и припаять обычные проводки. Закрепляем основную плату обратно, а адаптер крепим на двухсторонний скотч. Разъем микрофона установим в одном из этих заводских отверстий при помощи термоклея. С установкой адаптера закончено. В качестве внешнего микрофона использовал вот такой дешевый настольный микрофон. Вытащил его из корпуса и закрепил в машине. Магнитолу можно собирать обратно и подключать в авто. Микрофон закрепил на плафоне, сделав несколько отверстий маленьким сверлом и приклеил на термоклей. А провод протащил под обшивкой, через торпедо и вывел на магнитолу. Длины провода хватило впритык. Подключаем микрофон к нашему разъему и вставляем магнитолу на место. Проверяем. Поворачиваем ключ зажигания. Включилась магнитола и автоматически подключилась к смартфону. Слышно было голосовое оповещение. Включаем музыку. Вот как меняется звук, если в разъеме нет штекера. Штекер взял от обычных наушников, просто отрезал провод. Ну а теперь самое главное, проверка разговора по мобильной связи через наш Bluetooth и внешний микрофон. Алло. Алло, любимая, как меня слышно? Отлично слышно. Ты все в эфире на YouTube-канале, передай привет подписчикам. Всем привет. Все. Отлично слышно тебя, все чисто. Все, спасибо. Конец связи. Теперь можно спокойно разговаривать по смартфону, не отвлекаясь от дороги. Причем звук через внешний микрофон действительно достойный. После сам послушал. Как вам такая самоделка? Пишите в комментариях, хочется услышать ваше мнение. Ну а теперь о розыгрыше. Сентябрьский приз – вот такие беспроводные Bluetooth наушники. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно поставить лайк этому видео, быть подписанным на наш канал, а также оставить свой комментарий с вашей электронной почты до 1 октября. Победителя выявим в первых числах следующего месяца. Условия продублирую в описании. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, прямых рук и до новых видео. Пока!